В минувшие выходные в Медведевском лесу прошли чемпионаты первенства города по лыжным гонкам. В соревнованиях на дистанциях в 3, 5 и 10 километров приняло участие около 100 спортсменов всех возрастных групп. Победителями у мужчин стали Евгений Кочержин, Роман Сафронов, Игорь Зиновкин и Андрей Алексеенков. У женщин Кристина Шахова, Наталья Тимохина и Людмила Ларичкина.